Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в мир юрского периода. Ну что, давай сделаем то, что я не доделал в прошлый раз. А именно, визит важной персоны. Так, тираннозавр, значит. И апатозавр. Тут еще не все, конечно, откатились. Но я думаю, что если мы сделаем вот так, возьмем нундагозавра. Так, апатозавр, да, значит. Против него пойдет у нас Раджастега. И, наверное, мы еще возьмем птеродактиля. Вот так вот. Только, наверное, мы сделаем немножко... Вот, подожди. Вот таким вот образом. Пошли. Ох, сейчас будет месть. Ох, будет месть. За прошлый раз. Ну что, я начну с атаки. На тебе. Он сейчас будет меняться на апатозавра, 100% говорю. Не стал. Так, это что-то новенькое, друзья. Это что-то новенькое, он не стал меняться. Защиту. Ну, что-то там будет делать. Меняет, берет апатозавра. Как скажете, сударь. Как скажете. Ну что, влупим ему хорошечно. На-ка тебе. Ну что ты, припух сразу. Конечно, пойдешь меняться, нет? Не пойдешь? Ну тогда получи еще разок. Что и требовалось доказать. Давай, тираннозавр, выходи сюда. Ну, сейчас, скорее всего, нас тут ушатают. Ну, допустим. Допустим. Я только возьму, наверное. Сделаю 4 защиты. 7. Неужели он сейчас будет 7 атак проводить? Будет? Прикинь, будет 7 атак проводить. Ну что, нудогозавр. Этого-то мы с тобой хорька завалим. С двух плюшек, я так понимаю, да? Раз, два. Раз. Два. Поехали. Ну, у того здоровья, по-моему, маловато осталось. 701 всего лишь единица ХП. Ну вот и все, ребят. Вот и песенка спета их. Я же говорил, что пройду. Вот я вам и прошел. Фух. Ну что же, отомстили наконец-то. В прошлой серии, я вам еще раз говорю, ребят, ну не хватало динозавров, понимаешь, нету. Вот закончились и все. И ничего ты не можешь с этим поделать. Спасибо. Тыщенку сверху накидывают. Друзья мои, еще немножко, и мы с вами еще откроем одно чистое золото. Ну что, давай тогда пройдем уже событие. Вот эта схватка редких. Да? Потому что сюда, ну, нет смысла идти, так как у меня все мои рептилии в откатах. А здесь можно поиграть. Так, суперзавр, пару зорлов и джетс. Два хищника плюс, как мы видим, летун. Так, а против летуна такого мы возьмем. Сколько ты стоишь? 21. Давай, возвращайся сюда. А значит, берем спинораптора. Блин, у меня 4 спинораптора и... Все 10 уровня, зашибись. Очень здоровски. Так, тропиогоптера, наверное, брать не будем. Пока. Сделаем так и, наверное... Вот так, поехали. Сейчас мы посмотрим, что у нас из этого всего получится. Ну, естественно, в начале атака. Он не рискнет атаковать, мне кажется. Конечно, не рискнет. Давай проверим. Ах ты жучара-то. Но тут может себе позволить бомбануть разочек, но он меняет. Очень интересный подход. А ну-ка давай-ка мы вот так сделаем.
Раз, два, три. Вырубаем. Так, паразауролов. Ну ему хватит тут заряда, чтобы нас бомбануть. Но ты не забывай, что и нам хватит заряда бомбануть его. Раз-два. Поехали. Вот и все, следующий. Ну, у тебя мало здоровья, 462 хп. Естественно, он ничего не стал делать. А мы, в свою очередь, его добивать. Красиво. Ну что же, первый поединок прошел довольно успешно. Двигаемся тогда дальше. Так, здесь у нас спинозавр, стегозавр и велоцираптор. Да, а тут какая-то прям беда, если честно. Вот что мне здесь делать? Велоцираптор брать? Ну ладно, возьмем велоцираптора, предположим. Ну тут одних хищников надо брать. Других шансов здесь нету, и вариантов тоже. Поехали, попробуем. Даже не знаю, ну давай возьмем бонус. Да что ты? Ну давай, что мне делай? Все, да? Ну, тогда до свидания. Раз, два, три, четыре. Бонус. Блин, я думал, что он возьмет и в защиту встанет. Не встал. Ну, стегозавр тут вообще, ребята, для нас никто и ничто. Понятное дело, меняется сразу же. Уничтожает. Так, ну, мы в ответочку. Раз, два, три, четыре. Иди подыши воздухом, парень. Ну что, вышел стегозавр. Что он нам сделает? Ну, может, наверное, бомбануть, если все влупит. Но он ничего не делает, поэтому я рискну. И крышка ему. Так, второй поединок тоже выиграли. Но там еще один остается, вот. Кого нам там брать, я ума не приложу. Трапиогоптер, Капразух и Джетс. Вот кого мне здесь брать? Ой-ой-ой, как ты дорого стоишь, парень. Понимаешь, мне даже взять некого. Вот это дела. Вот это дела. Раджозавра, что ли, брать? И Капразуха. Да. По идее, надо бы хоть одного какого-то такого. О, все, ребят, вопрос закрыт. По поводу, кого там брать или не брать. Вон, у нас есть чемпион против воздушных целей. Ну да, в принципе, больше нам здесь никто не нужен. Возьмем на всякий случай. Ну, Капразуха, да? Нет. Раджозавра. Погнали. Ох, сейчас будет битва титанов. Поехали. На. Трапиогоптер сразу опух. Меняется, конечно, меняется. Он думает, что... Он думает, выгодно поменялся. Ой, насмешил ты меня, парень. 4 хп. Понятное дело, что ты испугался. Я возьму Раджозавра здесь. Рискнем. Угу. Не прокатило. Ой. Большущая твоя ошибка была.
погнали. Хлоп. Так, выходит трапегоптер. Все сливает. Ну, хамло, а. Атака. Раз, два, три. Раз, два. На всякий случай. Ну, давай, выходи. Джетс. 149 к атаке всего лишь. Это фиаско, брат. Для тебя. Мы тебя просто сейчас уничтожим. Бух. Все, ребят. Вот и это событие мы с вами прошли. Единственное, на которое событие у меня не хватит, опять же. Что там про завершено пишут, все, не могу понять. Угу, Капразух. Это вот VIP. VIP я, ребят, не смогу пройти, потому что... Хотя, подожди. Подожди. Может быть, постараемся пройти? Если тут животные, почему бы и нет? Так, значит, делаем следующее. Эриматерий. Сюда мы возьмем Индрикатерия. А против Глиптодона я возьму Келлингена. Давай-ка попробуем. Я думал, что там будут динозавры, а тут, если животные, грех не воспользоваться. На тебе, сумчатый лев, за все тебе, за все обиды прошлые. Так, а вот смотри. Скажи мне, нафига я взял двух степняков? Что-то я вот этого не понял. В чем был прикол мой? Давай. Ой, какой молодец. Раз. Два. Раз, два. На тебе. И последний глиптодон. Ну это понятное дело, как же ты не добьешь. Ты хочешь погибнуть от руки Эриматерия. Я думал, Келлингин будет. Ну, в принципе, и этот может бомбануть. Какая нам разница? На тебе. Глиптодончик пошел отдыхать. Ну что, давай посмотрим, что у нас здесь. Дипротодон, Эриматерий и Элдосматерий. Значит, здесь я возьму шерстистого носорога. Тут можно взять Гасторниса. Так, а здесь возьмем, наверное, Синтетоцерас. Вот так вот. Блин, опять что-то намудрил. Опять взял двух ледников. Зачем, блин? Не понимаю. Атакуй. На тебе. Так, меняется, да? Берет Эриматерия. Так, Гасторнис. Тебе должно одной плюшки хватить. На-ка. Выкусил. А вот тут, скорее всего, нас разберут. Да, бедный Гасторнис. Ну, ничего не поделаешь. Такова твоя судьбинушка. Так, меня больше Элсматерия сейчас напрягает. Что он будет делать? Понятно. Тогда ему, скорее всего, все, крышка. Проверим. Да, вырубаем. Ну что же, еще один удачный поединочек. Так, Мегистатерий, Глиптодон и Саркастодон. Поехали. Берем Уртинотериума. Так, а тут два пещерника, да, значит. Берем Паноктуса. Ну и пускай будет Мамонт.
Погнали. Ух, сейчас будет веселушка, ребят. С этого с ударом мы его выносим, получается. Просто с удара. На. Выходит несчастный глиптодон, которому вообще ничего не светит. Понятно. Все-таки поменялся, да? Но против тебя пойдет Паноктус. Выходи. Только сразу атаковать не будем. Возьмем вот так вот. Он еще такой живучий. 1685. Не кисло. Ну что ты вот бегаешь, что ты меняешься? Ты думаешь, что-то у тебя получится, что ли? Я не пойму. Вырубаем, ребят. Ну, тут, скорее всего, завалят мне моего ординатериума. Немножко, конечно, будет обидно. Но Паноктус сейчас сделает свое дело. Давай, родной. Бамс. Все, ребят. Все очень даже красиво было. То есть мы получаем с тобой сейчас... Угу. Бронзовые награды. Кто это у нас? Аллозаврик. Плюс 260 доверий. Отлично, просто великолепно, ребят. Ну, в общем, не зря я зашел. Не зря отыграл. Кстати, как ни странно, ребята, я поспал и встал в 9 часов утра. Да-да. Возможно, с графиком скоро все нормализуется. Надеюсь на это. Так, ну что у нас там? Давай хоть глянем, кто там против нас бычит. Аллозаврик. Ну, давай. Поймаем тебя. Все? Еще хочешь? Ну давай еще. Замечательно. Великолепно. И последний. Поймали. Идеальная поимка. Так, что же я еще-то хотел здесь? Еды маловато. Не получится прокачать. Нам что-то там про... 1000. Вот, ребята, можно улучшить. Но 1000 долларов. Трындец. Опа. Тут, видишь, тоже нельзя улучшить, пока она, ребят, не прокачается. Тоже как-то пока дает маловато еды. То же самое и это завод ДНК, где он, я уже забыл его. Он тоже как бы дает маловато. Надо тоже его прокачивать. Вот он. Еще одно, и будем улучшать. И там получится уже 400 ДНК за 12. Это он сейчас, по-моему, дает, да? 400 ДНК за 12 часов, а дальше, наверное, будет больше. И вот эти вот ребята тоже никак не хотят у меня прокачиваться. Геликоприон и, соответственно, аммонит. А с другой стороны, ну прокачаются они. Я их все равно не смогу прокачать до нужного уровня. Из-за того, что нехватка еды. И вот это вот меня уж сильно подбешивает. Ну что, друзья, наверное, пока на этом будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.